Это ненормальная ситуация. Универсальный погрузчик должен чистить снег, а не собирать ковшом мусорные пакеты. И этот грузовик тоже предназначен для перевозки снега, а не мусора. Ну, придется ручной все это закидать в трактор, который вы видите сейчас здесь, да, вот на данный объект. Закидаем его в ковш, и он, соответственно, в КАМАЗ загрузит. Очищать контейнерные площадки должен русский региональный оператор. У него есть мусоровозы, но всю эту неделю он не справляется со своей работой. Местные власти приняли решение прийти ему на помощь и подключили свою технику. Экстренные меры в экстренной ситуации. Мы, как администрация, со своей стороны подключились и помогаем им в этом процессе. То есть подключили все службы МБУ. Там, где жители жалуются чаще, тракторы приезжают быстрее. Но власти округа ограничены в своих возможностях. Как-то наказать регионального оператора не могут. Ни они его выбирали, и ни они заключали с ним договор на обслуживание. В этом году такой вот у нас, можно сказать, коллапс возник мусорный. Что из-за нехватки техники у регионального оператора и невозможности даже приехать по адресу физически, образуются навалы. Начинается предновогодний ажиотаж. Мусора станет еще больше. К его уборке будет подключаться техника, которая должна чистить завалы, из-за которых контейнеровозы и не могут подъехать к площадкам. Замкнутый круг. Администрация округа делает то, что может. Защищает интересы граждан. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».